очень примечательно устроена крыша Frost Science Miami, научный музей. Помимо того, что здесь открываются совершенно фантастические виды на отплывающие, например, круизные лайнеры, да и вообще Майами в целом, тут еще и есть экспонаты. Вот, например, этот показывает возобновляемая энергия, показывает, как устроено. То есть здесь батарейка, которая отображает, насколько хватит заряду, радиозаряда этого. И вот когда она заканчивается, радио перестает работать, и ты можешь выбрать способ по тому, как ты будешь включать радио, либо энергию ты будешь получать с помощью вот этой вот ветряной мельницы, турбины, то есть это подключается, и вот турбина работает, и, соответственно, батарейка заряжается. Либо солнечные панели, которые вот здесь находятся, ты тоже, получается, подключаешь провод, и батарейка заряжается, и снова радио может работать. Батарейка вот зарядилась до конца.